уважаемые зрители, продолжается турнир, продолжается трансляция группы D. И сейчас у нас между собой играют команды СОЖ-39 и Строитель. Тактику игры с владением. Удар, мяч в ворота. Мяч с центра поля. СОЖ-39 начинает игру с центра поля. Пропустили они уже один мяч, и нужно им реабилитироваться теперь. Но Строитель это вряд ли даст сделать. Очень хорошо играют эти футболисты. Просто как хочет катать мяч команда Строитель, полностью владеет мячом. Передача, удар, гол. Строитель забивает еще один. И делает себе хорошее преимущество. Поставление, гол. Команда Строитель делает счет уже 3-0. Теряет мяч, сразу же удар от игрока команды Строитель, и счет становится уже 4-0. Момент, удар, мяч проходит мимо. Ты тоже возвращаешь.
будет счет 5-0. Команда «Строитель» дальше продолжает 1-1 мячом. За 39 медленно распоряжается мячом, и их соперники сразу накрывают. Прострельной передачей можно было забивать. Передача направо. Вперед на правый фланг, Мундир передач назад и сделал перевод налево. Арис сам решился пробить игрок и забивать еще один мяч, счет становится 6-0. Ну, даже уже не игра не на счет, а на технику, на улучшение командной игры. И для команды «Строитель» это больше похоже на тренировку сегодня. Строители разыгрывают аут, и мяч полетел прямо в перчатки к вратарю. Уходит мяч за пределы поля, отворот начинает вратарь. Передача, удар, мяч в угол кипера. Кстати, ты знаешь, что мне кажется? Удар рядом с воротами, мяч не попадает в створ. Хорошая, можно развернуться и забивать. Удар. Вратарь мяч забирает. Удар.
Мяч проходит рядом с правой штангой. Мяч в ауте, команда СОШ 39 разыгрывает мяч. Удар, мяч в ворота. И прозвучал свисток. Первый тайм у нас окончен. Чтобы забивать, не получается. Бегут дальше футболисты команды. СОШ 39. Передача. Удар. Гол. Забивает вновь команда «Строитель». Еще один гол, снова забивает «Строитель». Команда СОШ 39 выбежал с мячом, бросил вперед. Удар и снова гол забивает команда «Строитель». Один с ноль становится счет. Вратарь вновь ловит мяч.
готовится устроитель. Новая четверка. Скоро она будет выходить на поле. Искренне играющий состав. Мяч в воротах. И мяч будет за пределы поля. Уходит мяч в аут. Прострел, удар, гол. Забивает команда «Строитель» вновь. Делает счет 14-0. Еще один вратарь выручает. Много, кстати, раз спасает вратарь. Если бы не он, то, я думаю, счет был бы намного крупнее. Передача центра. Это, кажется, еще один гол. И все верно. Еще один гол забивает команда Наносил 19 номер команды «Строитель». Шестнадцать-ноль становится счет. Удар и еще один гол. Перевод направо. Строитель дальше атакует. Удар. Мяч падает в штамп. Пострел и гол. Если автогол получился. Thank you.
значит, можно бить. И еще одна попытка. Приближается к 20:00. Может, Виктория нащупает свою игру. Вышли в поле и поиграть. Становится счет 20:0. Пора бы уже заканчивать, как мне кажется. Счет 21. Виктория с мячом. Виктория уже играл с Трайтин, поэтому много перепутал. Трайтин побеждает 22-0.